В среду съемочная группа медиахолдинга «Тверской проспект» поздравила тверичан с самым романтичным праздником в году – Днем всех влюбленных. У каждого был шанс поздравить свою вторую половинку в эфире программы «Новости» и рассказать историю своей любви, поздравить свою вторую половинку с праздником и к тому же получить подарок. О проделках Купидона Тверского проспекта расскажем и покажем в нашем сюжете. 14 февраля – это тот день, когда любой приличный человек просто обязан влюбиться, признаться, поцеловаться и после этого сразу же жениться. Слабо уложиться? Время пошло. А поможет в этом тверичанам, конечно же, Купидон. Волшебник решил напомнить, что многие любящие друг друга люди в повседневной суете часто забывают о главном – о внимании ко своей второй половинке. Но это точно не про Николая. Он помнит и первую встречу, и день свадьбы. Поэтому День Святого Валентина для его семьи – праздник особенный, наполненный любовью. Я сторонник, как всегда, нормальных ценностей, вот поэтому все как обычно, с женой, с сыном. Семья на первом месте. Такая позиция Купидону очень нравится. Чтобы праздник был вдвойне приятным, Купидон вручил Николаю подарок от нашего партнера салона уюта «Занавесочка». Как здорово. Да. Или подарки получать в наше время – это непростительная роскошь. Так что вот так. Мне, к сожалению, вам нечего подарить, себя могу подарить. Можно подарить обнимашку? Да, конечно, конечно. Салон уюта «Занавесочка» желает теплых вечеров с любимыми в уютной атмосфере вашего дома. Новая коллекция ковров, а также более 70 тысяч тканей для ваших окон. Здесь вы можете найти креативные идеи и хорошее настроение. Ваша «Занавесочка» на набережной Афанасия Никитина, 80. А вот для Кристины 14 февраля в этом году станет особенным днем. Мы хотим заявление подать. Вот. Я его очень люблю, я очень... благодарна ему за все то время, которое мы проводим вместе. И я очень надеюсь, что у нас это все будет надолго, навсегда. Купидон так обрадовался за девушку и, конечно, без подарка не отпустил. Сюрприз от нашего партнера – оптово-розничного центра «Флора Тверь». Вот, наслаждайся. Спасибо. Оптово-розничный центр «Флора Тверь» всегда рад видеть и ждет своих клиентов. «Флора Тверь» работает для вас 7 дней в неделю без обеда и выходных. Вас ждут за хорошим настроением, теплой атмосферой и за улыбкой. Анастасия и Алексей вместе уже несколько лет. Год назад поженились. Чувства с каждым годом только крепнут, делится мужчина. Люблю тебя, моя хорошая. Рада всей моей жизни. Всего три слова, а такой глубокий смысл. Радостный Купидон дарит подарки молодой семье. Я хочу вручить вам подарочный сертификат от учебного комбината. Государственный учебный комбинат на Дурмановском дарит всем влюбленным акцию. Получи права категории «Б» всего за 22 тысячи рублей, включая топливо, компьютерные классы и площадка на территории. Телефон 52-25-47. Предложение ограничено. Как провести День всех влюбленных, интересно. Две подружки придумывают, как удивить своих молодых людей. Идею подсказал Купидон. Бог любви вручил сертификат от нашего партнера. Спасибо большое Футбейсу, что сделали такой нам подарок с молодым человеком. Я обязательно схожу с ним, отпразднуем такой праздник. Ну и без пожеланий не обошлось, тем более, когда есть возможность поздравить своего возлюбленного с экрана ТВ. Партнер акции «Foodbase» – это большой разнообразный фудкорт в торговом центре «Вавилон». В День всех влюбленных 14 февраля там пройдет выступление группы «Fun Factory Band». Начало в 19.00. «Foodbase» – торговый центр «Вавилон», Санова, 8. Алексей ходит по торговому центру «Рубин» в поисках подарка для любимой. Люблю ее. То, что она рядом, что она есть, чтобы было здоровье, все хорошо. Купидон решил помочь молодому человеку и подсказал, что можно подарить. Хочу подарить вам подарок. Один сити. Спасибо. Я думаю, вам придется очень кстати. Сейчас самое время подобрать новые джинсы к весне в Джинсити. Новая коллекция уже в продаже. Мужская и женская одежда в магазинах и на сайте cjeans.ru. Неожиданная и такая приятная встреча с Купидоном в торговом центре приятно удивила многих. Лариса работает продавцом, и вдруг, откуда ни возьмись, будто с небес свалился человек в белом. С крыльями, веселый, светлый, полон энергии и позитива. Мне очень приятно, когда вообще вот в любой день вот такие происходят сюрпризы. Я верю, верю. Любовь, это, мне кажется, вообще стимул нашей жизни. Я желаю всем, всем действительно любить и быть любимыми. Он не просто подарил положительные эмоции женщине, но и обрадовал сюрпризом от нашего партнера. Дарю вам сертификат от клиники современной офтальмологии. Mm-hmm. Сертификат на бесплатную проверку зрения. Очень полезная штука, надо тоже будет сходить. Это очень приятно.
Клиника современной офтальмологии «Взгляд» – это передовое диагностическое, лазерное и хирургическое оборудование, высококвалифицированные специалисты и индивидуальный подход к каждому пациенту, даже детям. Детское отделение укомплектовано лучшим оборудованием, в том числе уникальным в Твери области для диагностики и лечения глазных заболеваний ребенка. Доверьте здоровье ваших глаз и глаз ваших детей ведущей офтальмологической клиники Твери с многолетней историей и надежной репутацией. Вот такую радость, оказывается, приносит людям друг Тверского проспекта Купидон. Праздничное настроение нашему сюжету помогло создать агентство детских и семейных праздников Family Party Time. Это компания, внедряющая на современный рынок свежее эвент-направление. Готова предоставить вам бесплатную консультацию по организации любого праздника в торговых центрах, выставках, рекламных кампаниях, корпоративных и других мероприятиях. Купидон продолжит пускать стрелы в сердца свободных тверичан, искать счастливцев, которые получат приятные подарки от нашего телеканала и партнеров. Ну и просто подарит хорошее настроение в преддверии прекрасного праздника Дня Святого Валентина.